Ну, здравствуйте, друзья. У нас появилась страничка на сайте залив.org. Значит, это будет залив.org/каф. И на этой странице собраны 90 вопросов, на которые отвечала Светлана Каф, иммиграционный адвокат из Сан-Франциско. Много трансляций у нас было, и прямых, и просто мы отвечали на вопросы. Так вот, 90 вопросов, на которые отвечала Светлана Каф, такой FAQ. Вот у нас тут, вот они, вы видите, один, второй, третий, четвертый. И некоторые вопросы отвечались, ну, неоднократно, поэтому вы можете увидеть там несколько ссылок. Вот здесь у нас две, например, да? Вот. Я сегодня сам как бы сделал эту страничку из того файла, что мне прислали. Поэтому, может быть, она не идеальна с точки зрения так вот, ну, такой usability. Вот. Но, тем не менее, она есть. Если какие-то будут советы там по улучшению, давайте советы. Я с удовольствием там попрошу кого-то, кто умеет это делать лучше, сделать это лучше. Ну, в общем, вы видите, у нас ровно 90 вопросов еще добавится. Мы не последний раз тут, значит, встречаемся. Да, тут немножко вылезли некоторые, левее стало. Ну, не суть, поправим. Вот, друзья, уже у нас есть наш FAQ. И спасибо Светлане, спасибо молодому человеку из Баку, который сделал эту страничку. Вот, и в общем, пользуйтесь. Я буду очень рад, если кому-то пригодится. Еще я обязуюсь вставить ссылку на эту страницу в подпись к новым видео, которые будут выходить. Счастливо, друзья!